Тамара Згоннік – викладач по класу фортепіано та концертмейстерства. Педагогічна діяльність близько 30 років. Навчає з нуля. Учнів бере з віку 4 років. Є уроки онлайн. Займається підготовкою до всеукраїнських музичних конкурсів, фестивалів та концертів. Добрий день. Меня зовут Тамара Згоннік. Я работаю в музыкальной школе «Нга Мьюзик» по классу фортепиано и концертмейстерства. Я закончила Торецкое музыкальное училище, Донецкий национальный университет по классу фортепиано и концертмейстерства. Имея опыт работы около 30 лет, работаю как с детьми, так и взрослыми, прививаю любовь к музыке. Прежде всего, нужно научить ребенка самостоятельно мыслить, приучить его к работе над произведением, помочь ему сконцентрироваться в выходе на сцену. В работе с произведениями нужно иметь и ощущать любовь к музыке. Когда приходят дети к нам в нашу музыкальную школу «Нга Мьюзик», у нас нет стандартной государственной плановой программы. Очень часто своим детям мы говорим о том, чтобы они устраивали домашние концерты. Родителям, гостям, бабушкам, дедушкам, своим друзьям. Для того, чтобы ребенок раскрывался и был более открытым для творческого процесса, чтобы он не стеснялся и не боялся сцены. Когда к нам приходят дети, они приходят со своей мечтой. Даже когда у них нет инструмента, они хотят играть, они хотят вдохновляться музыкой. Родители покупают инструмент, дети учатся, у них проявляется блеск в глазах, задор, они наслаждаются своим творением и музыкальным образом. Каждый ребенок, он индивидуален по-своему. У кого-то есть слух, у кого-то есть ритм, у кого-то есть шикарная музыкальная память. Поэтому какой ребенок, он проявится в начальных процессах обучения. И прежде всего для ребенка должен быть интерес к музыке, должна быть его заветная мечта. Потому что когда ребенок учит, для него нет преград. Иногда приходит с нуля. Иногда приходят люди, которые имеют где-то в прошлом музыкальное образование. Может быть, 1-2 класса. Может быть, когда-то мама отдала ребенка и свою мечту о том, что я хотела быть музыкантом, теперь воплощает в детях. Если это с нуля, мы начинаем работать над постановкой руки, над работой музыкальной грамоты и стараемся давать то, что по силам нашему желающему. То есть мы не нагромождаем ему тем, что не нужно. Нужно отталкиваться от того, насколько есть способность на данный момент. Лучше мы будем двигаться постепенно, но это будет не в напряжении, а в удовольствии. Если вы спросите о том, каким должен быть педагог, наверное, я отвечу так, что педагог помимо своих профессиональных качеств должен еще быть внимательным, заботливым, стрессоустойчивым. Нужно быть терпеливым преподавателем по отношению к своим ученикам. Детей нужно любить, хвалить. За первыми успехами придут успехи гораздо более ценные. Это участие в конкурсах, в концертах, в фестивалях. И это будет как раз самой большой наградой преподавателю от его любимого ученика. Есть дети, которые приходят в музыкальную школу с поставленной целью выступать на сцене. Но есть и другая категория детей, которые приходят для себя, для того, чтобы вечером дома зажечь свечу, раскрыть инструмент, поставить свои любимые ноты и исполнить произведение для своих родных и близких в кругу домашнего очага. Наполниться любовью, музыкой, вдохновением и очарованием от прожитого дня и наступившего вечера. Приходя к нам в музыкальную школу «Нга Мьюзик», мы всегда рады вас видеть. Наши двери всегда открыты, вас встретят улыбкой, хорошим настроением. Ваши мечты всегда осуществятся. Если у вас есть цель, мы обязательно вдохновим,
осуществим и поднимем вашу мечту на пьедестал.